Здравствуйте, сейчас мы с вами посмотрим перед отправкой в Тулу, как работает этот проигрыватель и компакт-диск DCD, это Denon DCD-1500 Mark II. Вот, смотрите, нашел я диск, это болванка CD-R, на которой больше 20 композиций. Есть записано, да, видите, продолжительность 79-50, 26 треков. Ну, здесь не хватает, как вы видите, на индикаторе, поэтому появилась надпись «Ова». Итак, давайте, это Йоко Оно, тут у нас Джон Леннон, хороший диск. Сейчас попрыгаем и до последнего. It's so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Так, берем сразу 9. Ну, теперь переходим куда-нибудь за 10 сразу. Вот это 2-2 даже можно, видите, даже вот 22. Да, это у нас 10 и 18, а не так, 10 и 8, не беру, а вот не сюда нажимаю, вот 10, 18. Видите, можно, значит, два раза. Раз, раз, 20, и сразу нажать 6. И будет 26. Да. Удобное управление. Отыграл. Теперь возьмем другую, поставим диск просто самописный. Вот. Ричард Гальяно, очень интересный диск. Первое сразу, видите, я нажал. Да, играет. Пауза. Что хотел сказать? Он, конечно, очень чуткий, этот проигрыватель. У него лазер транспорт КСС-151А. Он очень дорогой и технически сложный. У него лазер просто фактически на магнитной подушке, подвеске болтается. Очень надо строго подходить к вывешиванию его. Какие-то есть такие чувствительные, чтобы он был горизонтальный. И чтобы не было, скажем, акустика электромеханической связи, колонки располагать рядом нельзя. Если будет как бы звуковые волны доходить, может лазер, конечно, сдвинуть. Ну и топать ногами, если там, я вот сейчас, видите, вот там будет трясти, у меня пол тут неровный, то, конечно, да, будет соскакивать, потому что он там не цепляется зубами за диск. Вот, сейчас послушаем еще композицию. Да, кстати, в качестве у меня усилителя сейчас очень старый, по-моему, 69-го года такой ресивер, редко кто видел, покажу. Вот, видите, Никко. Вот такая красивая штука. Вот,
звук мне очень приятный, тембр, ну, вот этого звука. Вот сейчас вот не знаю, там 11-е, 10-е, поставим что-нибудь. Вот. Заиграет, паузу снимаем. Thank you.
звук, конечно, потрясающий. Вот такой вот аппарат. Вот диск закончился. Снимаем. Ну, пульт у него есть. Я, по-моему, вам его показывал, но сфотографирован. Вот он в очень хорошем состоянии, если не сказать, как новый. И к нему есть его мануал. Вот полностью. Схемы там нету. Ну, все параметры есть. Упакую хорошо. Не забывайте про транспортный винт, который должен быть в соответствующем положении. Открутите его потом внизу. Ну, на этом все. И до свидания. До новых открытий и новых прослушиваний. Всего вам доброго.